Твоих благ, и лишилась и небесного Твоего царствия. Но яко посреди икон Твоих пришел, мир дай я им, приди к нам и спаси нас. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Милостивый Господи, спаси и помилуй раб своих милующих и питающих нас, подающих нам милостыню, заповедавших нам молиться о них, вдов, нищих, сирот, священства, иночества, всех христиан, избави их от всяких скорби, гнева и нужды, от всяких болезней душевной и телесной, и прости им всякое согрешение, вольное и невольное, и душам нашим полезное сотвори. Благослови Елену, Елену, Геннадия, Николая, Владимира, Иоакима, Людмилу и всех присутствующих здесь. Слава Тебе, Боже наш, хвала Тебе. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создавай меня, Господи, и помилуй меня. Вячеслав, если грешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Спаси, Христос, поваров и накрывающих. Во славу Божию. Спасибо, спасибо, Христос. Так, спасибо, смотри, Христос. Кланяться как? Тот двуперстно, как князь Владимир, крестился до Никона. Сергий Радонежский, Феодосий, основатель русского монашества, молились все двуперстно. Троица само по себе, и это небеса, склоненные к земле, Бога человечества. От Никона пошло, как в Греции, троеперстие. Меня спрашивают, как правильно? Я отвечаю, в том и в другом элемент ереси. А так, я молюсь так, это не я придумал. Я родился в такой семье, где так меня научили. А почему? Потому что мы изображаем крест, не мой крест, а Христов. А то отсюда восставление чувств. Нет, центр лба. Господи, Ты глава всему, речь идет о Боге. Иисусе Христе, где пуповина? Это Иисус Христос, Он получил имя через Деву Марию. Сыне Божий, вот где соединение, достань сюда. Помилуй меня грешно, левая сторона, на левую сторону. Сначала на правую, потом на левую. Снова, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно, чтобы там не быть. А как правильно? Правильно у католиков. Я не католик и так не молюсь. Они все ветерневые. Ты Бог, шедший и воплотившийся Девы Марии. Меня стоящего на погибельной левой стороне. Переводишь на правую, благодаря пяти ранам. На кресте страдал человек, человечество, он Бог. Но он был на кресте, одновременно был в преисподних местах и одновременно в бесконечной вселенной. Но на кресте страдала плоть. Божество, зато он говорит, бесстрастно. Божество не может страдать. А покажи Бога. Бог показал Моисею там, где только с обратной стороны, либо все кончилось как нельзя. Кто знает скорость света? 300 тысяч. 300 тысяч километров по одну секунду. 300 тысяч. 300 тысяч. А за год это сколько раз может? Это вообще какое расстояние? Так вот, сегодня приборы обнаружили галактики, которые отстоят от Земли на 4 миллиарда световых лет. И там Бог. Есть два понятия – время и место, которые человеку не дано никогда понять. Ну, миллиарды, миллиарды, триллионы, ну где-то конец, какая-то стенка, нету нигде. А как? Никак. Никогда не лезь туда, чтобы Бог не отнял разум. Запомните очень хорошо. Это время и место. Время сколько? Мы говорим, вот сегодня идет у нас 7531 год от Адама. 7531. Ни одной стоянки людей нигде не обнаружено, которое больше бы это время не было. А человек 5 миллионов лет назад был, 20 миллионов обезьяна был, согнулся. Этот спьяно идет после получки. Кого сфотографировали-то? Нашли, главное. Ты посмотри на фотографии, которые наши дели, как они выглядят. Какие люди были? Русский человек не всегда славился, русские красавицы. А был обезьяной. Да ты обезьяной мелешь. Моя бабушка была женщина, не обезьяна. Вот и все. Когда ты услышал это, не давай зря рот-то раскрывать. Мы говорим теперь, Господи, давайте вместе, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Ноги вместе держать мне нельзя, бывает, шатает, немного.
пятки вместе. И на поклон такой поясной, чтобы рука, колени не сгибать, могла достать пол. Проверь себя. Вот так. Это поясной поклон. А земной поклон, когда кланяемся мы, потом будем расстилать палатку, чтобы не за пол. Вот голова коснется 10 пальцев, а 10 заповедей. И одновременно касается земли. Вот на таком расстоянии. Не так раскидывать? Не так. Ну, палатка здесь тогда-то есть. Вот. Ну-ка дай сюда. Вот. Немножко я просто покажу. Называется земной поклон. Нет, ну, да. Смотрите. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Вот руки где. Я касаюсь лбом, я одновременно пола. Ну, когда я босиком, я могу не переступать. Тысячи поклонов таких делают. Дьявол боится поясных поклонов и земных, очень. Были разные видения. Один зашел и сразу видит, а у него сидит без здесь. А почему? А посмотрите, как которые крестятся как. Я ни разу не видел, что патриарх крестился правильно. Ни разу. Вот так вот. Путин вначале молился прямо вот так вот, а сейчас научился только вот так. А если так, теперь заметьте, отсюда, то это получается выше, чем это. Крест перевернутый. Перевернутый, а перевернутый делает только колдуны. Вот та часть, где руки у Христа, вот смотрите в угол, она меньше, а вниз длиннее. И поэтому не освящение чувств, а крест Христов. Ты Бог, сотворивший мир, принявший плоть через Деву Марию и воссевший одесную Бога величия, сидя одесную Бога, спаси меня, стоящего с левой стороны, чтобы не оказаться там на суде Божьем. И в знак, руку не надо опускать, но один раз можем проверить. Вот так отпустил руку. Все понятно. Так, кто думает пойти, берите по кружке, я ведра возьму. И вот, во дворе ждите. Остальные останьтесь. Вот она и... Ее с детства приучили, там в армянской церкви так крестится. Покажи как. То есть двухперстная, как срабрятся. Наоборот. Наоборот. Ну наоборот, да. Надо сказать, меня стоящая на левой стороне, переведи направо. Я знаю, у них крестят так. Вот она подходит, а у него чашка стоит. Он чашку в руки отмахнул ей. Дальше чашка. Нет. То есть это не крещение. Крещение, перевод один. Погружение. По-немецки, кто знает, знает слово «таупен». Греческое и английское – это же «баптизен». Полное погружение. Так вот у нас и будет. Так, значит, входим.